Вот уже много лет на День военно-морского флота моряки собираются у 6-й школы. Здесь 17 лет работает клуб юных моряков. Он организовался в 2002 году. Вот, в декабре месяце он открылся официально. Основные задачи это было трехгодичное обучение азам военно-морского флота. Все это было произведено. У нас многие закончили трехгодичный курс и после этого поступили в Анахимовское и просто в пехотное училище военное. Многие уже офицеры. Праздник собрал всех. На торжественном построении присутствовали юные моряки, офицеры, те, кто когда-то отдал долг родине и отслужил в военно-морском флоте. Это действительно воспитание молодежи, традиции именно воинской службы. И, как говорил царь Александр III, у России только два союзника – армия и флот. Черноморский флот, город Севастополь, морская пехота, 818-й отдельный береговой ракетный полк специального назначения, старшина первой статьи. Все для нас праздник – это… Встречаем каждый год, собираемся, стараемся по возможности. Прошлый год ездил специально на День флота в Севастополь. Был там, принимал участие, было приглашение, встречался со своими боевыми друзьями. Концертная программа, награждение по случаю юбилейного 80-го празднования Дня ВМФ и, конечно же, торжественный парад, который димитровградские моряки ежегодно совершают от 6-й школы до Аллеи Славы. На этом праздничная программа не закончилась. Здесь силами организаторов были устроены спортивные состязания и показательные выступления. Угощением для всех стали макароны по-флотски. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.